шейкер 99 рублей. Кто страдал, возьмите, потому что потом не будет опять, это только ограниченное. Вот такие трафареты для создания красоты. Кофейни. Смотрите, сколько можно за 99 рублей делать красивого на кофе. Тут новогодняя тематика. Ну, Дима, Новый год-то он каждый год приходит. За 99 рублей вполне можно набор, пару наборов прикупить, в кофейню делать. Пойдем, нож дамасской стали покажем. Я себе возьму. 2000. Тань. Он для хлеба. Нет. Вот такой. Вот этот я возьму. 3500. Не важно, сколько стоит. Почему? Чем хороший? Вот, Татьяна Павловна. Да твой гораздо тяжелее поварской шеф-нож. Не в этом дело. А в чем? Ну, почитайте матчасть. Хорошо, почитаю, расскажу. Как делать ножи из дамасской стали? Ты же сам говорил, что это не совсем дамасская сталь. Двухслойная. Вот это? Да. Самое, что ни на есть? Ну, я не знаю, сколько слоев, но верю, что это сделано. Ножи керамические, набор из 3 штук, вместо 1800-1500, 300 рублей скидка. Дальше подставка для ножей из бамбука варьера. Что получается, 200 рублей? Нет, 300 рублей тоже скидка. А, вот эти формочки. Угу. Скидка 100 рублей, вот они. А для кого это? Ну, вообще для приготовления. Для кто чего? Котлеты делает такой формы, кто котлеты? Омлетик. Да, клиент готов. Сердечку? Готов. Сердечку. Бамбуковые кухонные принадлежности 249 рублей. Вместо 350, то есть 100 рублей скидка. Сейчас я тебя, Дима, удивлю. Полотенце Winterfest под скатерть. Вполне можно использовать как салфетки. Мне кажется, именно для гостей. Для гостей, да. Набор из 2 штук 200 рублей. Где я должен удивиться? В каком месте? Сейчас, подожди. Главное заинтриговать. Угу. Набор из вот таких 3 баночек, вот они. Тоже, кстати, можно под кульки новогодние. 250 рублей. Конфеты жевательные, мармешло. 83 грамма углеводов. Глюкозный сироп, сахар. Сахар, просто сахар, кукурузный крахмал, желатин свиной. А чем сахар, просто сахар отличается? Ну вот столько сахара. В виде сиропа, потом в виде просто сахара, потом в виде еще одного. Да? Нет, они не посыпают. Вот они, мармеладки. То есть вот в таком пакете 83 грамма сахара. Ушла. У нас дома нет сахара. Пожалуйста. Есть только кокосовый. Кокосовый, кстати, вкусный, полезный сахар. Вот видите, в каких условиях мы живем. Угадай, сколько стоит. Угадай, сколько стоит? 500 рублей вместо 1500. Да, не знаю, изначально задрано было, наверное, цель. Ну да, вот 500 рублей адекватно. Ну нет, я хочу просто взять ее. Ну, не знаю, надо мне ее или нет. Я должен в этом месте сейчас этот... Да, удивиться. Да. Удивиться, да? Сказать, да, ура, я всю жизнь о ней мечтал. Winterfest дальше. Миски. 129 вместо 130, вместо 200 рублей. Тарелки вместо 100 рублей, ой, вместо 200 рублей 100 рублей. И мисочки. Вот такая сервировочная поставка, тоже по распродаже, 600 рублей. Кстати, можно на кухню. Ну, более-менее стильно смотрится по сравнению с белой, да? Ну, почему-то они самостоятельно имеют свойство раскручиваться как-то. У нас вот стеклянная, да, есть? Да. Постоянно подтягиваю ее. Пойдем в Эрмер, снимем там освободилось. Ну, я же говорила, распродажа нас рассудит. Блюдо Вермер вместо 1500 рублей. Вот такие маленькие мисочки, кстати, красиво подали мисочки. 200 рублей вместо 350. Среднее блюдо вообще уценили почти в два раза. 300 рублей вместо 550. И большое, а вот большое почти в три раза. 350 вместо 850. Хороший солодница будет на Новый год. Да, кстати. Что, хочешь такой взять? Нет, ну смотри. Два вида салата и хорошая закуска. Да. И ваш праздничный стол очень сильно украшен. Тихо. Лотки для столовых приборов варьера. Почему-то на них нет скидок в его кухне. Может быть, что не поставили. Значит, большой 52 на 52. Бамбук. 1500 вместо 2.
И средний 32 на 50, 1000 вместо 1300. Поднос Винтер. Братья Болгары сделали. 300 рублей вместо 500. Кстати, с летней коллекции, с распродажи с Самар, у нас есть такой же поднос в офисе за 360 рублей. Кому нужен, необходим, пишите, отправим. Отправим в любую точку России. Набор Вермер можно добавить вот такими стаканчиками. 200 рублей, две штучки. Объем 130 миллилитров. Они больше, наверное, как мисочки под какой-нибудь соус подойдут, да? Да, опять же. Вот такая кофейная пара, 130 рублей, вардаген темно-серого цвета. Кстати, смотрю в нижнем, нормальное количество. Скидка 30 рублей, мелочи, приятно. Салфетки Urdentlik по 99 рублей, черный и серый цвет. Кстати, они и так хорошо пользуются спросом. Да, еще на них и скидка. Вот такие салфетки в Интерфест вообще по 69 рублей. Если боитесь, что скатерть приведут гости в непорядок, воспользуйтесь. А к той красивой... Что такое письмо? Это не я. К такой красивой золотой скатерти салфетки 40 рублей. Так, остальные я вам все показывала. Вот такая скатерть в Интерфест. Вместо 1200 стоит 700 рублей, 145 на 240, то есть для большого стола. Ну, получается, что золотая, что красная одинаково стоит. Стаканчики Варку 400 рублей, набор 6 штук, вместо 550, это на 400 миллилитров. И такие же маленькие, сейчас покажу. А, их приклеивать стали. Пожалуйста. Татьяна Павловна. Не приклеенный. Ну зачем все трогать? А как показать? 230 миллилитров, 350 рублей. Ну пары они, конечно, не совсем станут, потому что прям слишком рябы будет. Так, я что-то еще нашла. Это рулон оберточной бумаги. 150 рублей из двух штук, из трех штук. В общем, кто еще не запасся, вперед, пока есть. Потому что за эти деньги это прям очень адекватно, даже можно взять на следующий год. Уже боюсь представить, какие скидки в отделе, где Винтерфест есть. Ой, красотули! Кувшин, ковшик. Вермер большой на 0,8 литра стоит 600 рублей вместо 1300. И маленький на 0,5 литра стоит 400 рублей вместо 1000. Хорошо, так Вермер оценили. Да. Кстати, для фотографов, да, кто это на съемке делает? Дима уже стонет, что устал. Я, кстати, тоже. Мы только полмагазина прошли. Чехол на подушку красный, 200 рублей. Хотела поднять, но он привязанный. Не очень приятный на ощупь. Со светом тут, кстати, неудобно. Пойдем подальше. А мы сейчас его где-нибудь найдем. Ковер безворсовый. Ковер, видишь? Видишь, это ковер. Запомни. Нет. Запомни. И потом... О, ребят! Чехлы, коробушка, по 100 рублей всего. Да, вот так показывает. Черно-беленький, вместо 250. Копайте, пока есть. Ой, прелесть моя со скидкой. 700 рублей вместо 1000. Классно. Ну купи, что страдаешь-то? Дети отнимут. Еще одну купишь. Замок потом повесишь. Точно. Стрэвклинт. И розовые, и фиолетовые. Всего по 150 рублей вместо 300. Скидка хорошая. Вот они. Красивый очень переход. Кстати, постель из этой же серии тоже со скидкой. Дойдем, покажем. Вот такой чехол со скидкой. Клок Крена. 50%? Нет, не 50. 300 и 200. Чуть поменьше. Одна Вермер не на все скидки.
подсвечник алюминиевый, который 300 рублей. Помнишь? Да, да. Мы же снимали всю эту коллекцию. Кстати, вот заявлено уже, что вот одна такая штучка должна быть 99 рублей. Цены, смотрю, не поменены. Может, еще просто не успели. А, вот он, да, подсвечник. Короче, вот этот один теперь стоит 99 вместо 400. Кто хочет собрать круг, 8 штук. 800 рублей. А до этого нужно было сколько? Больше. 4 на 8, 3. Так, Юлу мы показали. Поднос. 1000. Вместо 2500. Румыния. Я синевый шпон. Ну, за 1000 он более красивее смотрится, да? Да, за 1000 он даже красивый. Вот это вот должна дровница быть по акции. Корзина. По крайней мере, на сайте заявлено. Почему-то цена не изменена, поэтому может и не быть. Венчи, бархатные чехлы. Желтый стоит 250 вместо 400. Так, винтер мы вам показали, красный. Вот такие чехлы. Майлотта, 200 рублей вместо 350. Получается темно-синий, такой, ну, более классический, оранжевый. И обратная сторона у него. Вот так, наверное, понятнее. Отличный вариант подарка, 200 рублей вместо 350. Когда не знаешь, что дарить, правда, цвет больно бешеный. Был бы серенький. Это вот такие полиэстерные пледики. Хорошо их летом брали в качестве покрывалец. Он же удобно обратно в этот чехольчик сворачивается, его же еще и под голову можно. Пойдем, друг мой. Я не друг тебе. А кто? Муж. Вот такой Санта-Клаус Винтерфест. 300 рублей вместо 600. Не знаю, мне нравится, прикольный такой. Смотрите, что запустил IKEA, не знаю, по всей России или нет. Дарить тем, кто нуждается. Купите товар с этим знаком, оставьте его в контейнере за линией касс. Мы передадим тем, кто нуждается. Ингибрита красная появилась. Ну что, он плавно теперь в новинки перешел, обзор. А, не-не-не, все, молчу. А дальше по пледам. Капастер. Такой вот хлопковый плед с розовеньким. Размер 130 на 170. Угу. Ну, такой легкий, более, ну, весна-лето. А, Варельт сиреневый, кстати, очень хорошая скидка. 900 рублей вместо 1700 стоит маленький. И большой вообще 1000 скидка. Тротвива, о чем говорила. Маленький стоит 900, большой мы вам уже показывали. Что-то у меня уже это пошел взрыв мозга. Чехол на подушку джинсовый. О, слушай, кстати, вообще скидка хорошая. 500 рублей вместо 600. Дин-дин-дин-дин. Когда-то мы вам давно их показывали в обзоре штор, еще с Димой спорили, что они такие яркие, да? 1000 рублей вместо 3. Ну, распродажу рассудил. Какие? А, вот они, мы хотели поближе показать. Кащу. Мы их вам показывали в начале обзора. Смотрите. То есть здесь как раз такое подлетение под рогожу, кому это актуально. Полный блэкаут. Кстати, врачи рекомендуют спать при полной темноте. Ой, давай, опять ничего. Я Диму замучила, что нельзя спать с включенным компьютером, планшетом и прочим. Угу. Серенький Одум, 133 на 195. Скидка 1000. Помнишь, снимали его? Понравился он нам. Да. Глумсы. 8 вместо 11. 3000 скидка. QR-код, да? Вот такой вязаный половичок Вермер. А, кстати, все же из одной линейки. Его видно? 8000 вместо 10. Тарилт. Скидка 500 рублей.
Помните, я вам упоминала, что цены не все соответствуют вот на сайте? Ковер Аллерслев в разделе Нижний Новгород стоит 900 рублей. 1100, 999. В магазине 1299. Ну, то есть разница в 300 рублей. Кстати, Одум большой тоже будет по скидке. 2 на 3 метра. Он, конечно же, лежит на складе. Скидка 2000. Одум вообще хороший коврик. Если устраивает по цвету, он комфортный в уходе. У него хороший ворс, он не заминается, лысым не становится. В общем, ковер достойный, жаль, что выводит его. Тряпочки Винтер и Винтерфест. Круглый. Вон он. И прямоугольный. Тоже по скидке. Мы вчера девушке, ой, не вчера, позавчера девушке такой выкупили за 1500. Из безворсовых маленьких 80 на 2 в распродажу попал только Вестлес. Вот он. Бежево-черный, плетеный, шерстяной. 3500 вместо 5. Вот такой ковер Тюрстед 80 на 2 из шерсти. Тоже попал в распродажу. 1000 скидка, 2500 вместо 3500. Мне кажется, на него липнуть все будет. Да, мы и говорили, что такие фактуры, и волосы, да, и белые катышки. Это уже видно, кстати. Вот. Порисую, порисую. Вот кругляш за 800 рублей вместо 1500. Кстати, остались они только в Нижнем Новгороде. Имейте в виду, их нигде уже в России нет. Крашеные шкуры, по-моему, розовые тоже в распродаже. Розовые тоже 1800, что розовые, что синие. В общем, покрасили и уценили. Постельки. Винтер 300 и 500 рублей скидка, односпальный. Кстати, он прям как под фланельку. Бангладеши сделаны. Подожди, что-то цена за односпалку. Да, односпальный. А здесь лежат двухспалки все. 61. Ну, перепутали. Короче, это двухспальный. Две... Нет, одна наволочка. Ну, судя по ценнику, одна спалка столько стоит. Там потом... Да, это одна спалка. Инксвинде тоже попал в распродажу. Вот смотрите разницу, да, с ценами. 400 рублей. Здесь 450 рублей. Какая цена будет на кассе, неизвестно. Это размер 140 на 2. Инксвинде 90 на 2. 300 рублей. Инсвинде. А, нет, смотри, Пармальву откопали 90 на 2. 400 рублей вместо 800. Имейте в виду, по Пармальве у нас даже клиенты некоторые страдали. Инсвинде 80. Это единственный на матрасе, который есть на 80. Но он просто вот на резиночках. Ну, хотя защита матраса все функцию выполняет. 280 рублей вместо 450. Наперник Инксвинде 200 рублей вместо 300. Вообще первый раз на него скидка. Да? Да, двухспалка Винтер стоит 1300. Одна спалка стоит 800. Это по распродаже то, что. Фланельку мы вам уже показывали. Винтер Жасмин. Односпальная 600, двухспальная 800. Кстати, неплохое постельное белье средней плотности на клепочках. Ой, Дим, фланельковая. Вот такой надо носить купить. 800 рублей односпальная и 1300 двушка стоит. Мягкая и нежная фланелька. Наволочки Двала, голубые, набор из двух штук, 200 рублей, вместо 300, тоже попали в распродажу. Только голубой цвет, бежевый и белый, по той же цене. Дальше кратаны. Кстати, не особо давно эта постель появилась, хорошо себя зарекомендовала, часто ее в Саранск заказывают. Здесь получается у нас 400 рублей скидка. И здесь 600 рублей скидка за двухспальный.
наклепочки. По плотности что-нибудь есть? Плотность, друзья мои, на сайте. Пакистан. Так, Winter Jasmine я вам уже показала. Вот только что смотрели чехлы, о чем говорила, да, что из этой же линейки можно и постельку взять. Значит, Strand Fried. Односпальный стоит 1000, двухспалка стоит 1200. Так, пошли в простыни, потому что простыни тоже очень много по скидкам в этот раз. Ульвида 90 на 2 серая стоит 400 рублей вместо 600. Двала голубая 350 вместо 550. Надо простыней домой сегодня взять, обновить. Пудерви неокрашенные. Это у нас лен. Льняные простыни никогда дешевыми не бывают. Значит, 90 на 2 стоит 1500, а светло-желтая такая же стоит 2000. Я бы лучше неокрашенную взяла. Вот они, пойдем покажем. Вот пудервива неокрашенная, она более такого спокойного цвета. А вот желтый. В окрашивании хлопок уже... Вот этот мне больше нравится. Так. Винтер Жасмин сказали. Пойдем по простыням, тогда прям по рядочкам, чтобы не путаться. Пудервива неокрашенная 140 стоит 2000 вместо 3300. Желтая 2300 вместо 3300. Двала голубая. Размер. 140, мы на 140 все смотрим. Ульвиды серая, тоже 140. Так, дальше 1,60 м. Пудервива темно-серая 2200 вместо 3800. Ульвида темно-серая 600 вместо 900. Пудервива светло-желтая 2600 вместо 3800. Больше никаких нету. На 1,80 м то же самое, только цены выше соответствуют размеру. Ульвида серая 1,80 м, 800 рублей. Ульвида это 50% лиоцела, поэтому кто давно хотел попробовать, берите, очень комфортная простынь. И тем более цена получается как с двалой. Двала хлопок, то есть здесь хлопок с лиоцелом, здесь более дорогой состав, но при этом ценник одинаковый. Пойдем обратно в постели вернемся, там еще их много. А, кстати, обычные простыни тоже, их не обошли вниманием, тоже со скидкой. Значит, любимые в цветочек простынь многими 215 на 220. Хеслекока 349 вместо 600. Пудервива светло-желтый 2500 вместо 3300. Здесь уже скидка поменьше. Пудервива серая. Смотри, вот в серый более выгодный ценник. 1900 вместо 3300. А дальше смотрим. Обычный просто не 150 на 260. Это размер, друзья мои, для односпальной кровати. Потому что, как бы вы ни пытались 1,40 м заправить просто не 1,60 м, не получится. Но это часто мужчины делают. Простынь серая Ульвиды 500 вместо 600. Пудервивы неокрашенные 1200 вместо 2300. Практически 50% скидка. Хельскока 300 вместо 500. Наличие уже в некоторых простыней даже не вижу. Имейте это в виду, когда будете покупать либо заказывать. Так, Хельскока наволочка большая, 70 на 70, стоит 150. Хельскока вообще выводится из ассортимента, поэтому на нее скидки на все. И на постель. Сейчас пойдем в постели. А теперь пойдем по стеллажам с постелькой. Так, Strand Fried мы вам показали. Дальше, вот это, кстати, офигенная скидка. Я давно ждала, когда уценят эту постельку. Здесь хлопок с лиоцелом. Это адекватный ценник за лиоцельную постельку. Значит, одна спалка, двухспалка постель. Рандксес. Такого красивая, красивая фиолетовая. Давай пачкой покажем. Вот эта полосатость. А вот, кстати, Strand Fried. Как выглядит. То есть фиолетовый от... темного оттенка плавно переходит в белый. Но и то он не чисто белый, такая остается точечку. Мелкая точечка, да. Так, дальше. Спрен... Горд, все, у меня уже язык не ворочается. Односпальная постелька стоит 1500 вместо 2500. Здесь лиоцел. Прям нежная-нежная. Двухспалка вместо 3500 стоит 2500. Так,
Дальше Хельскока сама односпальная, нет, двухспальная, односпальная давно нет. Двухспальная стоит 800 вместо 1300, вполне адекватный подарок, по деньгам недорого за нее. Так, Энкслинию мы вам показывали, Винтер мы показывали. Пудервива сама, к сожалению, не... О, смотри, что выкопали, Оверальд. Выходящий из ассортимента. Коллекция африканская. 1200 вместо двух. Так, кое-что еще по наволочкам хочу показать. Хельскока 100 рублей вместо 200. 50% скидка. Постелька Благран двуспальная 900 рублей вместо 1700. Тоже вполне адекватно на подарок, ценник нормальный. Отдел, махни камеры, отдел постели. Мужчины все стоят в середине зала. В телефонах. Жены шарохаются. Так, а Мосрута, который из фланельки, односпальная вообще со скидкой с большой, 1100. Ватен Минта, 800 рублей, тоже двухспальный комплект, средней плотности, 104 нитки. То есть, нет, наоборот, это тонкий у Икеи, но нормально эксплуатируется, быстро сохнет. На лето прям, если что-то бюджетное надо, вполне адекватно. Так, этих котов мы уже показывали. О, Пудервива все-таки есть по скидке. Смотри, значит, двухспальный комплект Пудервива стоит 3000. Льняной, в сером цвете. И еще к нему просто не можно подобрать. Имейте в виду, кто давно хотел Пудервиву купить. На нее такой скидки не было ни разу. Подушки Розастерна, мягкая подушка, 400 рублей вместо 600. Ребят, адекватный ценник, подушка на самом деле хорошая. Могу от души порекомендовать. Розастерна плотная, 600 вместо 800. То есть 200 рублей, что там скидка. Моя любимая Ротопушка. 1300 вместо 2000. Одеяло прохладное, 150 сантиметров на 2. То есть односпальное одеяло пустили в распродажу. Пойдем сюда, тут удобнее будет. Сатвидель, прохладное одеяло, пуховое, о чем говорили, мы про него рассказывали, с натуральным наполнителем, 2500 вместо 3500. Кто хочет подробнее посмотреть, друзья мои, заходите на канал, про подушки, про одеяло, про все это обзоры есть, потому что сейчас, поэтому подробно не останавливаюсь, иначе будет опять обзор у нас на 3 часа. Кейл Красы. Одеяло прохладное 4000 вместо 5500. То есть, пожалуйста, 1500 скидка. То есть, за адекватные деньги сейчас можно вполне позволить себе новое одеяло. Хэнсбер прохладное, двухспальное 1500 вместо 2500. 1000 тоже скидка. Так, Ротопа односпалка, я вам уже сказала. Грузблат прохладный вообще 700 рублей. Это уровень цен примерно 14-й год до подорожания. Гласвинды, тоже классное одеяло, 2800 вместо 4000, адекватный ценник. Так, Хэнсбер двушку мы вам показали, Сатвидель показали. Так, Ротопа двухспальная тоже есть, 1500 вместо 3, 50% скидка. Гласвинды теплые тоже попало в распродажу и прохладная в распродажу. Прохладная 3000 двухспалка, теплая 3500. По одеялу все. Грузблат прохладный, 2 на 2, друзья мои, вместо 1300, 1000. Дим, покажи, пожалуйста, ценник. Ой. По покрывалам дальше. Покрывало у Икеи двух размеров. 180 на 250, либо 260 на 250. Они рассчитаны на то, что кровать будет укрыта вот таким образом. Это народный магазин прилично, да? Поэтому часто наши большие кровати берут маленькие покрывала. Если, например, 1,60 м, у вас покрываем остается по 10 сантиметров, вполне хватает, чтобы закрыть матрас. Значит, Варюта. 2000 вместо 2500 односпальная и 2300 вместо 2700 двухспальная. Так, остальные покрывала по скидкам мы вам уже показывали. Тротвива еще синяя. Тротвив мы вам показывали красный, голубой тоже по такой же цене. Односпальный 900 рублей, двухспальный 1200. Эдмаргон, шкафчик под беленый дуб тоже попал в акцию. 60 на 47 на 58. Кстати, очень популярный размер. Скидка 2000. Вполне адекватно.
На зеркало Гудмаргон большое, 60 на 96, скидка 50%. Вместо 1000 стоит 500 рублей. Не бегай. Мочалки, набор из 3 штук. Кстати, хорошо себя зарекомендовали. Это же вот такие обычные пумпочки, которые продаются на самом деле в любом магазине. Но и киевские, я не знаю, каким образом они их скрепили на производстве. Но, в общем, они такие, что они так вот не растягиваются. 130 рублей, набор из 3 штук, вместо 180 рублей. Мы в отделе ванны и заходим в полотенце. Вакшон. 229 рублей вместо 120 рублей. Розовое 100 на 50. Адекватный ценник. На Вакшон такой скидки не было еще ни разу. Идем дальше. Рыться, рыться, искать цены. Вакшон красный 200 рублей, скидка 30 рублей. Гуэрен и белый, так же, как и серый, все по скидкам. Размер 50 на 100, самый продаваемый 130 рублей. То есть среднего размера полотенца можно, вот оно, можно и волосы завернуть. И детеныша можно в полотенце в это завернуть. Флодорен большое, 70 на 140, 600 рублей вместо 850 темно-синего цвета. Это та, про которую все говорили, что она пушистенькая и мягенькая. Ну и так и есть. Ну, оно и есть такое, да, оно классное. Имтен. Коврик бежевый, 500 рублей вместо 700. Кстати, во многих тележках вижу, скидка всего 200 рублей, и сразу начинает продаваться. Ну, смотрю, я особо по ванной нет такого. Ну да, так слегка так вот. По скидке. Чтобы было. Да. Что вроде какой-то сегмент должен же попасть. Ну, давай посмотрим по свету. Пойдем. Обычный свет тоже не радовал нас. Беленький. Терциал белый, 700 рублей вместо 900. Самая продаваемая лампа, самая покупаемая лампа, поэтому кто планировал... Самая старая в ассортименте лампа. Поэтому кто хотел обновить, планировал и так далее, берите скидку 200 рублей, тем не менее, есть возможность сэкономить. Майорна. 500 рублей. Вот такой бумажный чувачок. Кстати, торшер и майорный, если мне не изменяет память, тоже по скидке, да. Если у вас дома есть котики, не ваш вариант. Ну, если они воспитанные. Если котики воспитанные, то можно. Дим, давай здесь покажем часть стролла, потому что я боюсь, что на складе уже нет. Ну, давай. Маленькая звездочка, спина уже устала. Маленькая звездочка, 50 рублей. Кстати, скидка. Странная особенность. Стролл у вас в продаже. Такого мы я первый раз за все не время. Видал. Обычно стролла заканчивается в ноябре. У нас уже клиенты начинают к ноябрю скулить. Ну, без обид, да? То есть по-хорошему. Не скулить, требовать. Требовать, да, дайте. А нету. А в этом году стролла, извините, вот сколько угодно, на любой вкус и цвет. Поэтому welcome, кто не купил, есть возможность сэкономить. Сама майорна-то где? Вот она, майорна. Значит, бело-серый стоит 1700, а чисто белый стоит 1300. Наверное, вообще непродаваемый, поэтому ценник. Кстати, ну, дудера, кто помнит, торшеры старые, такой вот, как графин. Примерно такая же бумага, да? Нет, это пожёстче. Пожёстче? О, дудера, она была такая, что-то 50 на 50 с текстилем, вот, бумага с текстилем, более мягкая, эластичная. Не сколько мягкая, сколько эластичная? Да, тут уже чистая бумага прям. Прям хрусть-хрусть. Да. Смотри, кое-что из подсветок тоже попало. Надо что-то выдернуть. Светодиодные потолочные подсветки. Помнишь, покупали родителям? Да, только где она, кстати? Не знаю. Мы таких 2 штуки покупали. Одну. И они что-то... 2 покупали, Тань. Так, все. Спор вне эфира. Светодиодная подсветка для шкафа, формат никелированная. Скидка 300 рублей. Вот такой вот. Где он? О, вот они на самом верху. Так, идем дальше. Гирлянда 40 светодиодов. Звезды. Где звезды-то сами? Вот красненькие, нет? Нет, вот они. Красненькие. Такие же только беленькие. Беленькие со скидкой 400 рублей. Красненькие без скидки 600 рублей.
сердце, вот такое бумажное сердце. Его, кстати, летом вообще распродавали за недорого. 700 рублей. Так, лампочек никаких по скидкам нет. Мне интересно, когда вот это будет чудо техники по скидкам? Не знаю, когда-нибудь будет. Вот такой вот домик. 8 тысяч. Мать моя женщина. Хорошо, не мужчина. 1300. Угу. Скидка получается. Туплю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 1500 рублей. Вот такой набор елочек из трех штук. 200 рублей. В прошлом году тоже были по скидке. Дим, можно я такой возьму? 200 рублей большой. Берите. Спасибо. Можно две? Можно. Одну ребенку как взятку. В мешочек с подарком. Да, кстати, у нас Алена потребовала. Она у нас девушка вообще не скромная. Кто в сторисы в Инстаграме смотрит, видит. Потребовала ребенок подарков новогодних. Мешок. Мы говорим, Алена, а тогда другим детям не достанется. Ну и что, все мои будут. В общем, у нас куплен киевский мешок, мы его потихоньку набиваем. Вот такая вот елка. Все, у меня выключился мозг. 400 рублей вместо 700. А вот он. Нет, нет, этот без скидки. По скидке вот он. 204. Я думала, вот этот за такие деньги. Говорю, я бы его цапнула, цап-царапнула. Так, шнуры и стролы. По 200 рублей, скидка 100 рублей. В общем, на звезды, на все скидку сделали 50 рублей. Мелочи приятно. Пойдем в ту часть света. Светодиодный потолочный светильник. 3000 кельвинов. 42 сантиметра диаметр. Из пластика. Вот так. Вот так, как он выглядит. Ну, это, я не знаю, туалет, ванна. Ну, не больше. Как мне вот это вот нравится. Скюмнен. О, одуванчик уценили. 2700. Но это только для... Все равно дорого. Да, но это только для высоких потолков. Он когда высохнет до 1000 рублей, тогда будет хорошо. А с Альфредо вот такой абажур. 350 рублей вместо 500. Локхеден. Ткань. Ну, пластик и сверху как будто тканевое покрытие. 700 рублей вместо 1000. Ребят, сразу, я думаю, ворчать вы будете, что мы прям подробно не рассказываем про каждый товар, но просто понимаем нереально, за да? За 3 часа будет, да, точно. Да, все, мы уже никакие будем. И никто не досмотрит его до конца. Абажур строила 21 сантиметра. 21 сантиметра, поняли? У меня 400 рублей. Давай покажем цветочек. Кстати, подушки точно такие же, но на абажуре смотрится нежнее, чем на этом. Более ярко выраженные. Да. Дим, спасибо, что подсказываешь, потому что сегодня что-то запор словесный сегодня. Ой, смотри какой. Кстати, кто хочет красивый, да? Сейчас же, ну, многих просто клиентов, то ли мода, то ли так совпало, монохромные интерьеры, серые, белые, вот такой абажурчик. Скидка 100 рублей. Основание отдельно, у вас получается красивая настольная лампа. Чехол для проводов. Вот по Family только был 350. Кстати, у него фишка такая, он не сломается, он на клепках. Мы с клиенткой его собирали, и она с этой сумочкой пошла, сложила в него заказы и пошла. Кстати, рекомендую, у кого компьютер и паутина проводов. Очень хорошо, кстати, прячется, да? Закрывает все. Весь бардак убирает. Ой, смотри-ка, одна лампочка со скидкой. Это для светодиода. Цоколь какой? Для светодиода все. Это GU10 на 400 люменов для диммерного светильника. Нет. А он заявлен как диммерный, вон смотри. Угу. Поигрались? Мама, готовьтесь. Нам в спальне пора менять 12 светодиодов будет. Готово, папа. Под диммер. Под диммер. Под Диму. Они вот только по скидке были. Что тебе мешало купить их? Жди.
800 рублей вместо 900 большая коробка гарнитур. Про что мы проговорили в прошлых обзорах, то и по скидкам. Повернуть? Да. Я боюсь даже подумать, сколько по времени выйдет обзор, но мы снимаем уже третий час. Да? Да. Я чувствую, что у меня уже все. Я есть хочу. Моя прелесть все-таки со скидкой 2000. Кстати, ну на самом деле, вот для фотосессий антуражных, да? Дрова сюда, имитацию дров. Косички, платьишко зелено. 2000, скидка 50%. Уцените до 1000. Пожалуйста. Так, новинки не показываю, ручонки не тяну. Все помню, все помню. И из новой ограниченной коллекции Om Beauty ящики. Это для чего? Не знаю, студента. Дима не вдохновился. Нет. Кнарвик. Кнарвик, Кнарвик, Кнарвик. Красивые коробки, стильно смотрятся. 800 рублей вместо 1200, стоит размер 30, 30 на 30. Подходит для самого бюджетного стеллажа. Коробка из трех штук, Кнарвик круглая. 1000 вместо 1400. Тоже, кстати, можно как упаковку взять под подарки. Получается 330 рублей одна коробка. Но это уже прям вот стильно-стильно. Ела подставки для журналов 300 рублей вместо 500. Тоже в синем цвете. А, гелевые ручки Фулья. Три штуки. Дочь почему-то нравится. Я как-то не сильно оценила. 100 рублей за три штуки. Цвет черный только? Цвет черный, да. Пойдем пойти в канцелярке. А, Фулья дальше. Зажим для бумаг. Вот какой. 100 рублей вместо 169. Зажим для бумаг Анилары. Вот здесь он желтый. 10 штук 129 рублей. Книжка для записи. 2 штуки Лангмой. Но... А, вот они. Прошитые, кстати. Ну, единственное, что углы будут быстро мяться. Я люблю жесткие блокноты лично. А так, вполне хорошая ровная бумага. Старший детеныш любит для черновиков тырить икеевские блокноты. Ого! Смотри-ка, набор из трех коробок 130 рублей. Золотые. Тоже 130. Надо один набор для подарков взять, да? Для упаковки подарков. Давай-ка прикинем, как что сюда может влезть. Ну, сюда что-то маленькое. Маленькое только совсем. Ну, прям вообще, ребята, это ценник не то чтобы бюджетный, а... 2 копейки. Так. Серебряные коробки тоже по скидке. Пойдем. В общем, все коробки вот эти по 130 рублей набор. Эти мы вам показывали набор из двух штук. И вот такие раздвигушки декоративные. Помнишь, они тебе понравились? Они, которые вот так вот за ленточки. Нет, выставочник, чтобы показать. Стоит 300 рублей вместо 500. Пойдем здесь да покажем, потом в ту сторону перейдем. Так, серебряная бумага, 4 метра, винтер. Она, кстати, очень плотненькая, стоит 100 рублей вместо 300. О чем я говорила про записные книжки, смотрите, вот это я сейчас себе обязательно возьму. Жесткая, на резиночке. 150 рублей. Кто, как я, любитель блокнотиков. Наклейки. Ну, просто поиграться. Здесь очень много наклеек. Мы мелкой обычно берем икеевские наклейки. Надолго хватает и легко потом от всего отдираются. А, так, эту бумагу мы вам показывали. Эту показывали, бантики показывали. Дима, аккуратно пойдем в хранение. Так, вакуумные пакеты с пандан все по скидкам. Вот все. Значит, маленькие. 149 рублей. Две штуки скручивающиеся.
То есть открыли, скрутили, выпилили воздух. Остальные под пылесос. Вакуумный пакет. Что размеров-то нет? 69-й. 100 на 100, 170 на 100, 120 на 100. В наборе 2 штуки, цена 300 рублей за 2 штуки. И большие, видите уже какие, 135 на 70 на 38. 2 штуки в наборе, они уже для верхних вещей. Набор стоит 500 рублей вместо 700. Там тоже был желтый ценник. Икрар 1300 вместо 1700. Ну, кстати, распродажа, правда, на самом деле, в этот раз большущая. Я не ожидал, мне Дим сейчас показал часы, мы на самом деле уже 3 часа почти снимаем. Бррр. Ну, мне кажется, на 2 части потянем обзор. В один не уместим. Галошница Ниланд, кто помнит, по обзору. Марил Катик. Одна из средних галошниц по размеру. 69 на 127 высота, вмещает 18 пар обуви. Скидка 2000. Пойдем в крючки. Значит, смотрите. Есть такой рейлинг с четырьмя крючками, называется. Покажи. Брандур. Вот он, сам рейлинг. У него набор 4 крючка идет. Другие крючки идут дополнительно, продаются отдельно. И вот эти отдельные крючки вместо 170 стоят 99. А сам брагрунт, бандур, тоже со скидкой 300 рублей скидка. Ура, мы в оформлении. Подсвечник Неглинге. Ну, оформление всегда скидки небольшие. 20 рублей скидка. 50 вместо 70. Вот такие подставочки под свечки. Вместо 99 рублей 49. Скидка 50%. Тоже можно как на сувенирке взять. Неароматическая свеча Clockhead, 129 рублей, 8 штук, обычная цена 250. Вот такие подсвечники рекомендую набрать, кто любит свечи высокие. 49 рублей всего. Вот такой подсвечник настенный Вемер, 600 рублей. А-ля фонарь. А-ля фонарь, да. 600 вместо 1400. Рождественский поросенок. 230 вместо 500. Ну, вы уже поняли, я думаю, да, из нашего обзора, что на самом деле новогоднюю коллекцию очень выгодно покупать, когда на нее начинаются скидки. Единственный риск – остаться без того, что вы хотите, потому что какие-то товары быстро пробираются, и их не будет. Вот такой подсвечник. 300 рублей вместо 600. Хотите, вешайте, хотите, ставьте. Неароматические свечи Глима, 100 штук, аж 150 рублей. Тоже очень дешево, это обычная цена. Оформители. 230. Оформители вперед, пока возможность есть. А дальше разгребаем. Бинана. Летом были вообще по 69 рублей, сейчас 99. Фонарь для греющей свечи Винтер, вот такой. Почем? 500 вместо 900. Нет, пока не готов. 3 штуки. А, Дима же любит эти золотые аксессуары все. Ну, вот. У меня же есть там волк. Да. Еще крутилки. Две крутилки. Две крутилки с прошлого года. Что-то золотой брал. 349 рублей подсвечник для греющей свечи. А, 149 сейчас, ну, по скидке, а так цена 349 рублей. Ценник перепутали. А дальше вот такие Эдельхен выходят из ассортимента. Набор из 3 штук. Вот они. То есть можно стыковать через крепежики, можно использовать по отдельности. Набор из 3 сейчас стоит 299 вместо 800. Тоже адекватно. Так. Тарелка для свечей 149 рублей, вот она. Кстати, вполне можно использовать для стола, для сервировки. 149. Тарелка для свечи Глитрик, железные, набор из 3 штук, 500 рублей. Сейчас обычная цена 1000. Тоже, кстати, на подарки можно, кто любит такие вещи.
Винтерфест красная свеча 100 рублей вместо 180, 20 сантиметров, кто не успел купить. Кстати, а вот на эти красивые свечи скидки так и нету. Так, а куда? На эту, на ту сторону? Куда поближе. Набор из трех свечек не ароматических, с такими вот гномами. Вот он, набор. 200 рублей. Обычная цена 350. Я думаю, если не распродадутся, а их дофига, еще уценят. О! Ароматическая свеча с тремя фитилями. А здесь лаванда, лимон, апельсин, дерево. 300. 400 рублей вместо 700. Но это любителям дарить. Может, я тебе угадаю подарить? Не могу. Ароматическая свеча «Горный воздух» серый. Кстати, часто они по скидкам. Мне такой не нравится. Ну, это... Нет, это не от нее. Тоже не от нее. Вот. Вот, да. Тут снял, выкинул. В общем, свечи Frisk Head тоже со скидкой. Маленькая 130, большая 150. Подарочная коробка Ньютлик, свечка. Цветущий бергамот серый. Ну, здесь эстетика. Что ты? 350 вместо 600. Формовая свеча, тоже бергамот. Три штуки серые. Где они? Вот они. 250 вместо 500. Ну, я не тут. Не ярко выраженный бегемот. Не ярко выраженный бегемот. Дима Бергамот зовет бегемотом. Так, точно такая же зеленая травы. Более-менее. Цена 349 рублей. И смотрите, Винтерфест. Свеча в стакане, жасмин, 100 рублей. Вполне можно на сувенирке коллегам взять. Пойдете, Дмитрий Юрьевич, дальше. Ваза Тидватен, 30 сантиметров. Ну, конечно, она не напольная, классическая настольная ваза. 300 рублей, тоже адекватный ценник. Вместо 500 рублей вполне можно ее прикупить. Дим, как ощущение от распродажи? Я уже ее не воспринимаю. Понятно, твоя задача бегать за мной и махать камерой. Ваза Кувшин, год Тагбар. 1000 рублей вместо 1300. Кстати, имейте в виду, когда ограниченные коллекции, Самар, Винтер, друзья мои, они выходят из ассортимента, их распродали, больше не будет. Днями приходила клиентка, покупала палету в Москве, вазочки Самар, такие синенькие, все помнят, набор из трех вазочек был. У вас тоже, кстати, она есть, да? Да. Я только Алену прихватизировала играть. Человек пришел со слезами, дайте мне хоть откуда-нибудь за любые деньги. Ну откуда? Поэтому имейте в виду, если вы что-то ограниченное видите, понимаете, что оно вам надо, берите сразу, потом просто не будет. Так, из серии Глитлик все получается по скидкам. Набор вот таких трех мисочек. 300 рублей вместо 600. Смотрите, они прям такие бархатные. Ну, это более эстетично. Красиво, чем да? Чем вот эти. Ну, да, там ведра прям. Не весь Глитлик. Лошадь. Любим всем керамическая лошадь. 600 рублей. Часики розовые выходят из ассортимента. Имейте в виду, кто хотел с розовым песком. Они сейчас по акции. Скидка 100 рублей. Так, гирлянда, самшит, трехметровая, скидка 200 рублей, тоже можно прикупить. Набор коллажных рамочек, маленьких коллажных рамочек, 500 рублей вместо 800. Висиги. О, на прошлой неделе еще снимали, говорили, дороговато, да? Ну да. 1500, сейчас 700 рублей, пожалуйста. Кто любит лошадей, на подарок. Так, тут люди, скидок нет. Скайроны, помимо того, что есть, были коричневые, еще серые и розовые, тоже по 299 рублей. Друзья, вот хочу отметить, возрастным родителям всегда же не знаешь, что дарить. Вот это им понравится. Вот эти часы и не дарят. Да, но они крупные, и подсветка, то есть можно нажать на кнопочку, посмотреть, сколько время.
Не, ну тут и градусы, и время, да, и будильник. И будильник, и градусы, и время. То есть очень удобно. Часы, термометр, будильник. Крупные цифры, есть подсветка. Такая вот красивая, состаренная рама Рамсорг. 1000 рублей вместо 1600. Еще бы вместо склейки вот этой не было, да? Чтобы она совсем была прям под ретро-ретро. Так, я теперь жду от вас комментариев. Кто что по распродаже прикупил. Какие у вас скидки, потому что в разных городах скидки на самом деле разные, ассортимент разный. Интересно сравнить нашу распродажу с вашими. Вот такое вот чудо. Тут все подряд. Я говорю, икебана за 600 рублей. Первоначальный ценник 1000. А, нет, сори. Что-то 499. В общем, судя по всему, ценник 500 рублей вместо 1000, а не 700. Шарики стеклянные красные 99 рублей вместо 130. Мюрхеден черная. Есть такая же в золоте. Черный 900 рублей вместо 1300. Вот она эта рамка. Ну не рамка, а решетка. Доска для записи вообще называется. Часто дизайнеры у нас ее используют, золотую особенно. Кое-что из постеров тоже попало в акции. Лошадка. 100 рублей и цветы тоже 100 рублей из 3 штук. Помните, вам снимали недавно, да? Сейчас я посмотрю еще. Картина «Океана неба», пьетитрит, 3 штуки, 56 на 56, стоит 1600. Зеркало «Салтьет» вместо 5 2500. Кстати, удобно, да, в прихожей, здесь и крючочки. У Димы выражение лица «убейте меня здесь». Так, эти показывали. Вот такая елка. 200 рублей вместо 500. Тоже, кстати, адекватный ценник стал. Вот эти любимые нашими клиентами украшения. 150 рублей вместо 250. Потом вот такой наборчик. 500 рублей вместо 1000. Здесь и кусочки елки, и рождественская звезда. Непонятно, здесь 199, здесь 299. Короче, друзья, цены могут быть разные. На кассе проверяйте, когда берете распродажу. Маленькие кашпульки 9 сантиметров всего по 50 рублей. Вполне логично на следующий год купить. Потом таких цен не будет. Вот такие бамбуковые кашпо со скидкой 50%. Плетеночки. И, кстати, еще используют под ложки, такой вот, под салфетки. То есть не только для цветочков. Рождественская звезда белая, 100 рублей. Кашпо Бритерт 80 рублей вместо 149. Винтерфест белая, кашпо тоже 9 сантиметров, 149 рублей. Винтерфест красная керамика, вообще 100 рублей вместо 200. Тоже у нас любимые в городе кашпо много. Мы их за, вот как Винтер появился в этом году, поперевозили. Друзья мои, мы вам показали всю распродажу. Дима посмотрит, будет это две части, либо одна. Но приветствие и прощание общее. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что прошли всю распродажу нижегородскую с нами. Жду от вас ваших комментариев. Какая распродажа у вас, какие цены, отличается ли от нашего, отличается ли ассортимент. Может быть, там у вас вообще... Ой, закрой глаза, захвати все. Всех люблю. Наверное, уже будем с наступающим праздником поздравлять, да? Потому что неизвестно, на следующей неделе мы сможем обзор снять или нет. Но будем надеяться, потому что, на самом деле, сейчас пик заказов и, как бы, ладно, это лирика. Вот, у нас все. Мы вас любим. Присоединяйтесь, ставьте колокольчик. В общем, все как обычно. До новых встреч. Пока. От меня лично, кто смотрел до конца, кто выдержал это все, ставим лайк и пишем комментарий. Вот. Потому что обзор, на самом деле, получился очень большим. Надеюсь, он для вас полезен. Пока!